размера. Где? Вот. Нормально. Чё такой высокий капец стоит? Я казарзин, потому что... Причем стоит позади всех и самый высокий. Что-то. Ready. Ready or not. А чё тут ещё тут есть? А, ну хуйня ебаная. Ну, все такие же, только вот три чела меняются, которые... NPC как бы. Я чурка, метро бабах, казатра. Метро бабах, казатра. В душе огонь, а мне, блять, в глазах огонь, в душе лах, овцу трах, метро бабах. Ножи в кармане, земля под нами, Аллах над нами. Вперед, мусульмане. Надо мной только атомная боеголовка. Надо мной каталог, ёпта. Казань? Масан, куда я? Нет, я в Воронеже. Это то же самое. А, точно. В Воронеже там потолки из атомных бомб. Но они просто, они чтобы не тратиться, они делают так, и потом им просто надо одному джету пролететь, один раз выстрелить, и его города нету. А, готов нажать, чё я долбоёб то такой? Пиздец. Я тебя понимаю. Fortnite лобби. Fortnite дроп. Любимая карта, я хочу тут на это играть. Я опять в аномалию вбегаю. Ебать, тут мертвый солдатик. У меня тоже. Да боже, сколько аномалий. Я сейчас все сундуки вам покажу на карточке. Ебать, хохлядская нива. Ты пробежал, добавил у меня красава. Я думал, ты в аномалию попадешь. Я нет. Мне надо что-нибудь вкусненькое найти, где тут. Что тебе вкусненького, блять? Ну что-нибудь, водочки там, что-то типа такого. О, пространственное. Алкаш. Стопа, я кто? У меня какой скин? Геннадий. У тебя масочка. А, просто меня показывает, типа, противогаз. Ой, аптечку нашел. Аптечку нашел тоже. Только мне до нее допрыгнуть надо еще. Таблетки нашел. Это сильно. Тут еще фул радиация, прикольно. А Кафер, ты сейчас сдохнешь. А! Нет! Блять, ебать. Как оттуда убежать? Ой, мне плохо, блять, помогите! Сейчас я тебе помогу, блять. Блять, все, пизда. Не помогай, я сейчас умру. Ладно, помоги. Да иди нахуй. Ничего, сейчас я брошу. Блять, пиздец, мне плохо. Я ничего не делаю, у меня уже половина хп. Ой, иди нахуй. Ой, больно голове, что случилось? Что это такое? Это что за хуйня? Блять, голоса в моей голове, помогите. Боже, ой, почему тут так много радиации? Почему так много радиации? Блять, тут большие сумки. Что это за Don't Starve? Почему у меня тени нет? Это же пси-излучение. А его отключать надо? Нет. Нет. Не, мы будем получать урон от него, как бы. Включить надо? А, нет. Ты не будешь его получать, только когда-нибудь тебя касаться будет. А, нет. Понял. Блять, шиза. А я, кстати, хз, что за хуйня. Я сколько здесь играл, игры 3, у меня впервые вот это сейчас, что с первой волны вот это будет. О, ебать, прошло. Серьезно? Таблетки помогли. Фута, один пистолет в ящике нашел. Фута. Спасибо. Я только ТТ нашел, класс. Фута? Ну вот я тоже только ТТ нашел. Фута. Бля. Фута, сиси. Путана нахуй. Как карту? У меня даже патронов FPS-а нету. Почему у меня в обыкновенном сталкере FPS вообще низкий до пизды, а здесь он летает? Здесь грузить-то нечего, блять. Грузить нечего и может оптимизировано больше. Хотя тут моды стоят. Да. Самое интересное. Ой, бочка горит. Убегайте от костра. Блять, Танер, нет. Да вы пиздец, что вы там? Танер, тут у тебя шоколадка в инвентаре, я ее возьму. Да шоколадка, блять. А, это бинты. Перепутал шоколадку с бинтами.
Охуеть, тут мертвые минолитовцы. Так это же этих просто военные. А! Вертолет, что ли? Тут в телевизоре Рикардо Милос играет. Где? Ну, туда надо через пространственную аномалию попасть. Бля. Я еще и гитару нашел. Вроде быстро играть. Опять не строй. Давайте не телепортируйся к нам. Это к ксеновским. Это раса Х, блядь. Шепард постинг. Где Шепард? О, смотрите, там антенны видны, ебать. Да. А кто у нас Шепард? Я. Хороший. Бля, ребят, помогите, пожалуйста, меня ебут. А ты рядом с могу присоединиться. А вот это получается пуги из хавальда. Блять, патроны кончились. Бля, плохо похоже на моего мопсика. Ну, эти пуги из Half-Life еще, которые. Да. Орут. Пуги. Хапуги? Пуги. Эх, пугами всегда называю. В натуре. На мопсов похоже. Своим телосложением. Пугс. 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 Они похожи на маг. Я дигл нашел со 150 патронами, блять. Я не понимаю, почему на пистолете так много патронов, типа, бро. Ебать, у меня двустволочка. Так, сейчас. Мне дали этот прицел, который я даже не могу использовать. Спасибо. А можно мне оружие? Тут еще один дигл. Макурс, ПМ, дизайн, тенденс. Сейчас я тебе дам диком. Слева от тебя. Только ну. не ходи туда. На дигл. Я пуле? Вот. 150 пуль, блять. Пиздец. Куда? Там дигл и 150 лежало. И у меня дигл 150 тоже. Нормально. Степной орел. Да что тут все так радиации кишит? Казахский орел. Чисто по приколу понапихали аномалии. Кстати. Не, а чего ты хотел, это слокер? Толкие. Толкие. Вы, а где? Где? Ну, внутри я звоню, ребята, за мной. Валим. Бегом нахуй. Тут я пока что только одно место видел. Да, только там можно. А, стамина! Да ладно, выброс, он не долго. Давай там пизды. Ящик не ломать, ящик ломать. Еще раз. Вот так вот. Патроны здесь ты. Молодец. А? Я убил. Панч. Капер слева. Блять, бекон. Бекон. Может подсветишься, капер? Нет. А чё, у меня всё на... А. Всё, он последний был, блять. У меня нету аптек и всё такое. Yes. Мы будем стоять возле барьера или здесь? Здесь надо внутри простоять. О, бинтики хилят здоровье. Ну только немного. Только такое. Ой, я научно комбинезон. Я тоже комбинезон нашел. Автоматический пистолет. Блять, сейчас я ошпарился, я извиняюсь сейчас, блять, очень сильно. Да, нормально. Нет. У меня пальцы, блять, ёбнулись. Он ошпарился чайком. Да, внутри. Причем реально ошпарился. Будь здоров. Живой, ребят. Ты тоже будь здоров. Я ошпарился один раз карамелью. О, я помню. Каким образом? Был кайфовый волдырь на весь палец. Как можно карамелью ошпариться? Он работал просто. Он же... Я кто там баре. Был? Бармен. Бармен момент. А у нас МП5. Это... Бармен, дай задание. Вот эти ваши нестандартные бары с кучей напитков и зачем-то карамельками. Да есть МП5, не? У меня есть МП5. Ты МП5, патрон. Я сюда камаш кинул, пустой. Я пустой каваш скинул. Вот МП5 вам. Я патроны тут хоть не спиздил.
Я пупа, ребят. Да, я спиздил патроны. А нас будут тут трахать, кстати. Нас тут трахнут сейчас. Не-не-не-не, нормально будет. Не надо смерть. У меня пистолет, блядь, тупо автоматически. Я... Опа. Микон. Рядом со стенами не сидите, они через стены бьют, если слишком близко. А ну... Все, а ну... Артефакт закончился. Блять! Ай-яй! Ай! Блять, помогите! 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 Я упал! Ну чё, разорвался? Сейчас помогу! Убейте, убейте всех! Блять! Да бейте! Убейте выжившего! Да блять! Я живой, нахуй! О, я жив! Ура! Блять, респавнимся. Не трогайте, не трогайте, пожалуйста. Да никто не будет трогать. Да. Какие же вы понимающие, не пиздите трупы. Отстань от меня, кабан. Просто люди адекватно играют вот так. Сервер адекватных пацанов. Да. Я, блядь, играл, у меня труп постоянно пиздил кто-то. Бля, дебил. Я хотели? Вроде в конце в самом был. А, нет, Гена. А, вот я. Вот это Гена. Я создал. Все, спасибо. Я тоже калаш такой, ну вот калаш, все. А, у вас тоже вот этот пистолет, который Вольтер? Да, так Вольтер. Он лучше. Ганс Вольтер. Мне бы с него патроны вытащить. Ну я постоянно нахожу ящики, которые не заспавнились, что ж это такое? Эх, блять. Сейчас бы ватеры. О! Мое любимое оружие нашел. Че это? Жалко броню забрать нельзя. 85. Это... А, британская хуйня, я понял. Да. British. British. Чё, есть этот, что ли, М-ка? М-ка вообще есть, должна быть. Но он её здесь нет. Это не М-ка, а LR-300. LR, да. Блин, я себе яички обучил. А я её здесь не видел, кстати, вообще. Я ЮМП нашёл. Ножинка мой? Сложи там в ящик. Хотя я, наверное, его возьму. А в Абакан можно? Калаш, патронов нету. Ну можно в Абакан. Гранатомет. Да. Вроде. Да, гранатомет можно. Абакан же это тоже калаш, по идее. Там, ну только или для нет? Спецподразделения. Калаш специальный, блять. Калаш специальный, чего хотели. Подожди, как он выглядит? Не-не-не, калаш, который стреляет за двумя очередями. Кстати, у калаша там это с того двигается вроде как. Ой, какого калаша Абакана? Артём, ща, не патрон возьми. Да? Ага. Да, да у меня и так дохрена. Ебать, душная мига, блинцо. Я кину артефакт. На хил. Блять! Сколько банов хп можно? Ну это же кабаны, блядь. Куры затвердели. Все? Да. Эта карта чё? Вообще легкая, пиздец. Ну вот ты ее играть будешь. Я же говорю, это классная карта. Прицел штурмовой ракурс ПМ. Это я скинул, я не знаю, на что он идет. А ты посмотри. Вот именно, я нажимаю, ни на одну пушку он не идет. Бро. Я нашел бизон полностью рабочий. Жалко, у меня МП5. И этот калаш, ну, под НАТО патроны. 101? Угу. Что он под НАТО вообще? Истинку. Че, двухстолку можно взять? Данный вариант предназначен для установки. Это моя была двухстолка, да. Можешь взять. А, ну на, возьми. У меня три артефакта от этого. О, тут это руки такие прикольные нарисованы и вообще. И на хил. Я дроп скинул. А точно двухстолка не нужна? Мне не надо она. Окей. Я дроп все скинул. Окей, окей. Вы ящик на высоте залутали? Да, я залутал. Да.
Да, я тоже. Какой на высоте именно? Ой, и тут что, какие-то там странные патроны на Абакан, что за хуйня? Какой Абакан? Там калаша на Абакан. Давайте, ребята, только тут на него натовские идут почему-то. Так это не Абакан, это АК. Это калаш под натом. АК-101. Абакан по-другому выглядит. Я чё смотрю. У меня Абакан, смотри. А, вот это. У него ж такая прям это... А у него ствол двигается, когда я стреляю? Нет, хуй. Блять, сука. Блять, блять. Блять. Блять, нахуй пиздец. Куда вы его, блять? Не туда воюешь. А, стоп, что у меня из глаз пропал резко. Ну все, ебать, держитесь. Ебать, бочка взорвется, берегитесь. Кровосос. А, пусть торпеда взорвется. Ай, ай, помогите. Помогаю. Возрождаю. Давай, возрождаю. А я упал, кстати. Сейчас подниму. Ничего, сейчас поправишься. Оружие за... Ой. Нет. А я можно похилиться? Спасибо. И устанавливаю, и устанавливаю. Я так умер. Ты сейчас поднимешься, ты сейчас поднимешься. Он тебя, да, поднимет. Хорошо. Ай! Да нормально. Ой, ебать. Как я так быстро? Меня сосут, меня сосут. Чё? Ладно. Сосут. Так, есть у кого-нибудь один бинт? Чё у снорклю даёт? Чего? Есть у кого-нибудь бинт? Стой, я могу тебе барвинок дать. А, нет, все, уже не надо, все. Я пойду за хапщиком схожу пока что. У меня был один бит. О, блядь, диглы это мне. Ими никто не пользуется вообще. Ооо, еври ебан. Снайперка глаза, Поггерс. Обожди, вообще не знаю. Тот самый? У него другой. Я отошел за жратвой. У него же другая. У него СВУ. Нет, у него не СВУ. По-моему, есть что-то похожее, как там называется, блять, на сталкер похожая игра от тех же разработчиков, почти тех же. Не помню, блять, название. Отойди. Кадр. Вперед уйди. Ой. Ай! Сейчас я подниму, сейчас подниму. Нет, не подниму. Я понял, я артефакты ставлю. А хуй ты их сразу ты не поставил? Ой. Не обирайте мой трупик, пожалуйста. Все, ну. Про! Сот мясо, сука! Блять, химера меня захуяла. Да иди нахуй, животное, блять! Это чей трупик? Блять, кровосися, отъебись! Блять, да не трогай меня! Пиздос. Проебался. Блять, мне мой ушел. Игра говно. Ебать, мой трупик лежит так, ой, как будто, блядь, за ногу другой держит. Чекните трупа два, ебать. Блядь, какие же лохи, нахуй. У меня минус труп, да? А, нет, подожди, вон еще есть. Да внутри кровососа бежит, блядь. В какую мне сторону? А, вон. Из этого маньёва. Почему у меня пропал этот ВХ на союзников? Кров. А, блядь! Все, я, блядь, больше не могу. Я один? А, нет, Гена, наверное, еще. Да, мне вообще по кайфу. Я, блядь, ваши трупы лутаю. Заберись, еврей. Исчезну. Я забираю. Нет! Блядь, вы чё, ты чё, один остался? Да. Ой, пиздец, я пошёл. Ты же один единую зону. Ты даже когда спринтишь, тебя может заграбить кровосос. Ген, посмотри, чё за название. Блять, тут кровососы как локер, пойду. Идите нахуй. Вот даже анимация хила есть. Кто еще 4 штуки? Химеры,
Химера работает. А, сосы остались двое. Да иди нахуй, блять. Я свое оружие выбросил. Регини быстрый на миникарте. Энергетик, бей, мудак. Ебать, жизнь. Ты мой труп подобрал, да? Да. Я сейчас все скину. Там времени дохуя. Карвцы США. Там L85 угу. Небось нету. Она есть, она есть. А, есть. Где тут этот вагончик? Пиздец. А, вон. Как мне обратно включить это, чтобы Ники подсвечивало? Как ты это выключил? Ну, оно у меня само выключается после смерти. И не восстанавливается. Хз. Я сейчас чуть не дюпнул, блядь, в Воке. Вокина, блядь. Опа, опа, асфальчик. Короче, я все пушки дропаю, которые я залутал. Мне главное вот это. Гитара, блядь, что, можешь сыграть? Это пушка, нахуй, я ее скинул. Где этот, 85? Поговори ты хоть со мной, гитара семиструнная. Покажите гитару. Вот он. Это пушка, да? Угу. Нет, она не работает. А, окей. Вас наебали. Ой, какой смысл у ней тогда? Я жестко вас наебал. Почему у меня чурка на Ави? У меня тоже. Почему я чурка? О, это что за пушинцы? Так, ну я ее оставлю, пусть она мне будет. Ничего не заспавнился. Чего так, у меня? Девочки, собирайтесь, 20 секунд. Показывает же, что все хорошо. Я сейчас кину два артефакта, блять. Я тут MP5 какой-то грубый, реально. В смысле грубый, он тебя жестко ебет или что? Не, он по-грубому выглядит. Он на тебя орёт? Нет, у него вообще. Там, кстати... Да, я забыл, спасибо. Ой, мне придется сайгу выбросить. И вот это тоже выбросить. И... Блять, мы, а может, себе стороны разделим? Я выживу, я выживу. Еще один бросаю. Еще ставлю. А, бля, ладно. Там! Я не поставил. Ставь, ставь, ставь! Отойди, отойди. Я поставил. Гранаты где? Быстро бросайте, что вы стоите? Бюро расслышал. Блять, меня баллончиком. Бюро сзади, бюро сзади. Сзади! Все, он умер. Бюро, бюро же нету. Еще один вроде. Он тут. Я слышал. Ножом его, может, как в оригинале. Давай. Ну он тебя пизданет сейчас. Да, я знаю, я умер. Он тебя тоже сейчас ебнет. Ладно. А. Ясно. Ебать мой лох я. Ой, я сейчас ему помогите. О, я блядь, за... вовремя. ПГ? Экзоскелет. О. Заебись. Так, у меня немножко перевес. Да, я часть вещей заберу. А почему я упал? Помогите, помогите, помогите мне, я в вагоне. Спасите. Я бегу. Ебать, как я... А, у меня кровотечение, блять, понятно. Я SVD нашел. Так, спасибо. Ну, я и АТЭЧ положил, если что. В сундук. Блин, ссылка нужна. Да. Блять, я опять сейчас умру, у меня кровотечение желтое. А, блядь, найди там барвинок. У меня есть бинт, я бинт скинул.
Ой. О, все, спасибо. Заберите с ВД. Он мне не сильно помог. У меня броня есть, забирать. А, у меня зеленое кровотечение, помогите. Блять. Ничего, ща поправишься. Ничего. Дайте ему барвинок. Спасибо. Так, барвинок, а он что делает? Ешь. А где он? Я не знаю, муж. О, я могу на МП5 прицел поставить. О, у меня кровотечение ушло, заебись. У вас есть там фиксаур какой-нибудь? Да, там есть. Замечательно. Приятного аппетита. Там команда и 550. Вот мне вот нужны длинные. А, Катер, возьми аптечку, подхилься. Где? Так, сейчас. А Бизон где, проебался? А я ее в ящике не вижу. Алло, я тут бросил возле входа. А. Где? Я ее не вижу, куда она упала. Вот здесь, блять, ну ты че, не видишь? А? А, все, спасибо. Ебать, она неприметная, пиздец. Это АИ-2. Я артефакт активирую тогда, когда их много будет. Угу. Воги есть, воги. Бесплатно. Да кто такой вог-то, блять? Давай я кину, у меня один. Я тоже один. Все, давай, ты следующий. Вот мне заселить. Собак убивайте нахуй. Это самая опасная из всех, блять. Что ты? Ща, бро. Там псевдо, псевдо идет. Я РПГ достану. Ай, блять. Все, я минус. Ой, два. Да, извиняюсь, пока упал. Блять. Блять, я тебя ёбнул. Прости, ща. Блять. Пиздец. Я тебе прям в голову попал, ты мне под прицел, блять, забежал. Иди нахуй. Меня снорк ваншот. Да иди нахуй, блять. Чебурашка. Сука. Да съебет мой... меня, блядь. Бачит неубиваемый. Гена, беги, я сейчас РПГ. А, блядь. Я жду. Похуй стреляй. Но он бежит, не может стреляй. А, не, не стреляй. Блядь. Патроны ладно. Кончились. Патроны. Все. О боже. Я просрал свое оружие, что ли? Где оно? А, я могу на время лутинга и костюм снимать нахуй. Не, не могу, он тяжелый. Путин? Да, он тяжелый очень же. Путин? Бро, where the fuck? Я тоже экзитно. Ладно. Давайте у меня по 5 почти сдохло. Ребят, вы можете мой труп забрать пока что? О, я потерял. Сиксаур свой. Еще один РПГ, еще один экзоскелет, короче. Кому нужен. Охо. Бля, в натуре вы наденете экзоскелеты, хули. А где они? Я сейчас принесу один. У меня в принципе костюма нет, поэтому мне нужен очень сильно. Ну, давай ты возьмешь. На, костюм. Собирай. Давай, складывай. Ну, складывай. Вот экзоскелет скинул, короче, сам внизу. Наделал. Я так понял, мне не досталось экзика. Нет. Нет. Зато ты можешь бегать. Ладно. Рождённый бегать пизды не получает. Чувствую сикса. Рожденный в экзоскелеты пизды получает. Мы обязаны. Сык. А где этот прицел компактный? Так неудобно, что надо
чтобы найти предмет, нужно именно на него прицелиться. О, у меня тоже, кстати, пропали имена ваши. Прикольно. Баги. Блять, да что тут все пушки на натовку? Пиндосы, ебаная. Завозят свою хуйню, блять, потом жалуются, что стрелять нечем. В натуре, там... блять, в СНГ натовки. Они существуют. Гранат подствольника нету. Все, нас страхают. Не надо. Все, последний заряд. Ну, добей, добей его! А он не умрет. Он умрет. Мы могли выбить, кстати. Да. Если бы кто-то следил за ним. ХП. Хотя бы. Блять, со всех сторон, блять. О, кто это? Ты кто? Вы держитесь вместе-то, блять. Кто там один? Спасибо. Все, вот так вот стоим теперь. Мне оттуда есть сейчас выстрелим. Ура, ура, да, давай. Стой, у меня перезарядка. Давай, блядь. А, не, все, не буду. Держи ты. Пушканчики. Давайте идем куда-нибудь в другое место. Пошли по дороге отстреливаем. По дороге отстреливаем. Полегче. Вон бежит, еблан, сейчас выстрелю, блядь. Нет, не выстрелю, я его не вижу. Идем. Патроны кончились. Не стой вместе, блядь, я в тебя я сейчас не попаду. Я не могу, я иду. А, убил? Чё, всё, блядь? Да, всё. Бля, прикольный соумо. Это всё? Да. А других карт не осталось? Да.